Вас приветствует канал Сибирь 38. Поселок Тарма Братского района. Сегодня здесь будут проходить соревнования по рыбной ловле. На улице мороз, в городе минус 22, здесь, наверное, побольше. Рыбалка. Вот уже знаки видим, рыбалка. Друзья, приветствую вас на канале Сибирь 38. Сегодня 12 марта 2022 года. Время 10 часов утра. Мы приехали в Братский район, поселок Тарма. Здесь сегодня проходят соревнования по рыбной ловле. Ну вот, решили поучаствовать команды. Вот позади меня стоит наша команда. Алексей, Александр и Дмитрий. Как настрой, ребята? Как мы победим, это сразу, когда приехали, оно же видно было, кто самый красивый. Наша команда. Да, вот у нас наклеечки. Мы подготовились. Народ уже приехал. Все собираются. Где? Вот. Все ждут приглашения главного судьи. Сейчас идут подготовки. Идет еще дополнительная регистрация. Кто электронно не зарегистрировался, подходят к судейскому столу и проводят регистрацию. Мы подали заявку электронно. Нас уже вписали. Поэтому ждем и пойдем участвовать. Всем ни хвоста, ни чешуи. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ну что? Серьезные рыбаки нас посетили. Фавориты прошлого, или как там? Победители прошлого года, да? Мы случайно. Да? Случайно. На одну штуку больше. Мы не специально. Как сегодня настрой? Все, ну, нормально? У нас есть план, и мы будем его придерживаться. У них опять план какой-то. Я вчера пересмотрел эту запись, да, прям слово в слово. Все, начинается построение. Время 11 часов, началась развлекательная программа. Вот сейчас смотрим, было построение, распределили все команды по секторам. Вот сейчас смотрим развлекательную программу, да, Саня? И начнется рыбалка. Мы рождали Братского района, приехал к 11 часам. Заявки подавали в 9:30. Начало было. Ну, или мормышку поднести. Что, Дмитрий, ну, как настроение? И на крайний случай можно же рыбку. Смочил он. А, вот этот вот? В общем, без рыбки. Ты думаешь, да нет, это так. Он там, в Тарме стоял, на улице. Ох, Василий, как приехали просто. Же ты, а? Раньше меня про рыбалку узнал, а? Можно. Ну-ну-ну. Я подхожу. А я, знаешь что? Я тебе сметану. Видел, казак лихой. Самый лучший транспорт для рыбалки, да? Красава. Ну. Казачья дружина. Красота. Внутри шлифует нас. Без шипов. Марфа Петровна, а я тут с таким замечательным человеком познакомился. Да, с мэром Братского района Александром Сергеевичем Дубровиным. А давайте пригласим его на...
на сцену, чтобы все знали его в лицо. Милости просим, встречаем громкими аплодисментами Александра Сергеевича Дубровина. Добрый день, дорогие друзья. Рады вас приветствовать здесь, в Тарме, на территории Братского района, на традиционных уже соревнованиях по зимней подледной рыбалке. Слышал представление команд, да, рад, что приехали многие участники, кто традиционно участвует. Рад тому, что у нас из Тулуна в этом году уже две команды заявилось. Братчане традиционно, ну и география поселений Братского района. Что, хочу поздравить вас с праздником. Рыбалка — это все-таки праздник. Пожелать вам всем удачи, задора, хорошего настроения и каждому поймать свою золотую рыбку. С праздником вас, друзья! Ура! Спасибо. Слушай, Василий, а ты про нашего главу не забыл? Он ведь главный помощник Александра Сергеевича в проведении рыбалки. Ну как же я мог забыть? Михаил Тимофеевич, выходите, пожалуйста, к нам сюда. Встречаем главу Тарминского сельского поселения Михаила Тимофеевича Карутюка. Добрый день, уважаемые гости. Я рад приветствовать вас на нашей Тарминской земле. Ну, сегодня проводится праздник «Спортивная рыбалка». Он у нас проводится, так сказать, на историческом месте. Вот гора Масленка, 6 километров от нее затопленный Николаевский железоделательный завод. В этом заливе, где мы рыбачить будем, когда-то проходила дорога, по которой пускали древесный уголь для Николаевского железоделательного завода. Но я хочу вас всех поздравить с праздником рыбалки, пожелать вам спортивного азарта, конечно, чтобы поймали рыбку, ну и с праздником вас! Спасибо! Давление на флаг! Ну, лунка более быстрее всех, да. Это на лунке, да. А которая потом что еще? Так, на лунке. А на бурение в лунке мы идем, прошу вас. Первенство Братского района по спортивной рыбалке считать открытым! На соревнованиях рыбаков нашего района я стараюсь бывать каждый год. Нравится мне смотреть, как ловко и споро ловят рыбку наши рыбаки. Сегодня в наших соревнованиях зарегистрировалось 30 команд, и все они рвутся в бой. Что же ожидает наших рыбаков сегодня? Первый этап соревнований начнется уже совсем скоро. По его результатам будет проведено контрольное взвешивание улова и определены лучшие команды. Первый этап заканчивается в 13:00 часов. В 13:10 взвешивание улова. 13:20 презентация столов и ухи, плавно переходящие в обед. В 13:00 обед. 13:30 обед. 13:50 состоится соревнование по скоростному бурению. В 14:30
нас ждет награждение всех победителей по командному первенству в спортивной рыбалке и, конечно, участников конкурса. Приготовление ухи, уха царица сама в рот просится. Итак, мы приглашаем главного судью соревнований Николая Владимировича Галаганова. Вам слово. Рад всех приветствовать. Скажу вам кратко, всем удачи. Спасибо. Ну, я думаю, что судьи, которые по секторам, уже знают, да, кто куда идет. Правильно? Готовы все? Итак, уважаемые участники соревнований, просим вас пройти в сектора вместе с вашими судьями. А мы вам желаем... Ни хвоста, ни чешуи. Все, двинулись. Там же, наверное, подписано, да, сектора? Двинули на лед. Где третий сектор, подскажите? А второй, наконец! Логично! Все, главный судья дает старт. Все разошлись по трем секторам. Я рыбачу в третьем секторе. О, это явно самая маленькая, наверное. Ну что, вот, проходят соревнования. Александр, мы. Главный судья у нас. Александр, как результат? Пока по нолям. Не наш день. Не наш? Надо снастюшку попробовать переменить. Я другую взял. Иван, ну что? Ну, одну поймал рыбу. Все, пока. Ты успел крикнуть рыба? Успел. Все, давай, дальше движемся. Емельян! Так, вторая рыбка в зачете сегодня. Вот. Емельян!
Нет, окунь. Блядь, щипает и стартап. Тюк выдергивает. Что, на глаз? Тюкает. Не попробовал еще. Сейчас опарыша подсадил. И ушел с колочек, что дербанил. Ешь прям со дна, да? Ну. Емельянов. Здравствуйте. Добрый. Ну что, как? Как? Ловят? Вытаскивают потихоньку. Смотрите, да? Мы контролируем. Процесс. Независимая комиссия. Чтобы с рюкзаков не вытаскивали. Время 13 часов. Все, прошла команда сматывать удочки. Собираемся. Идем на взвешивание. Ну что, поймал 5 штук. 2 ерша до 3 окуня. Саня, у тебя что, как? 2? Ну вот. Ну ладно, что. Поучаствовали. Кому-то повезло сегодня больше. Главное же не победа, а участие. Ну что, у нас еще Володя же там? Дима. Ну сейчас взвешаем, что. Посмотрим. Ладно, идем на берег. В нашей команде отличились все, все поймали, да? Так, это вот мой улов. Окунек тут не крупный. Ну, не блин, а такого ерша можно на крупного. Так, пару ершей. О, так я что, 6 поймал, получается? Ну да, вот. У Димы тут окушки. И у Сани что, ёрш и окунь. Вот такой улов. Но это не заявка на победу, друзья. Общий результат. Подсолит или что, подвялит потом. Ну пойдем чай нальем, попьем. Здесь проходит конкурс ухи на лучшую уху. Наверное, 4 команды заявлено, да? По-моему, 4 стола. 1, 2, 3, 4. Ну вот Леха пробует. Что, вкусное? Конечно, он не скажет. Да? Даже как самогонку делает, тоже не скажет. Как самогонка, да? Даже не поняли, да? Лучше, чем уха, да? Лучше, чем уха. Здесь стол. А здесь тоже уха, да? Ну, конечно. Тут в котелке, да? Нет. А, ну, в этом чугунке. Уха. А. Вот здесь на костре греется. Здесь уха. В общем, сейчас все 4 команды пройдут. Судьи и оценят. Ну, вот этот самый шикарный стол, наверное, да? А поднимите свою... А там уже все съели. О, молодцы какие! Поздно я пришел. Нам помогли. Че, Дим, ухи будешь? Да нет, мне сын накормил. Уха там, это чай. Ты чай попил? Да, я говорю, что не все. На фоне печки, на фоне русской. А мы под краями. Вот какая? Вот это, мне кажется, не даст. Вот здесь, мне кажется, я бы подсолил. Вот та вот соленоватая была. Да, какая-то. Первая была соленоватая. Вот это. Морковка, видишь, как нарезана ромашками. Ну. Улыбочку. Николай Юрьевич, чуть выгляни. Ложки главное и класс. Все скажите уха. Уха. Вот так в лицо такие уха. Все, следующий стол. Начинается конкурс бурения скоростного. Ну мы не заявлялись, не стали участвовать.
У нас буры 130, а тут ребята с 80-ми, со сотыми бурами. Поэтому со 130-м тут делать нечего, наверное. Ну, идем, посмотрим других участников. Кстати, все внимательно. Делаем три лунки. Да. Лунку сделал. Перешел. Сделал, перешел, сделал. Третью лунку сделал. Громко, громко кричишь. Есть. Или там... Лунка. Победа. Лунка, не важно. Не понял. На 100. Внимание. Мах. Ну, да сложно сразу три лунки, конечно, будет подряд. Все, хватит. Загуливали заводы? Вот был первый мужчина. Вот и первый. Я первый у него бур забрал, где первый нет. Вот был второй, по-моему, второй, да? Второй, да. Второй, да. Давай отметим. Так, фамилия? Туманин первый. Ну ты прям, бляха, не первый записал. Знал? Первый. Следующий. Головань второй. Головань Александр. Александр. Наш четвертый. Третий. Бурлак Дмитрий. Бурлак. 16-й Дмитрий. Третье место. Конечно, свежие батарейки. А девушкам тоже? Девушки красавицы! А девушкам 10 дырок надо! Девушки, стоял здесь отряд! Вы по старым мужским пройдите! Одну! Одну! Вида, одну! Одну, Вида! Пока до той стороны не дойдут, пусть будет! Так. Ну, здесь мы снимать не будем. Женский зачет. Да, куртку-то, наверное, мешать будет. Ну что, подперли? Пока. Девушки готовы? Ну, конечно, они всегда готовы. Нет? Так ты половину пробури сначала. Пять участников. Сорвался на бортах. Лида, 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 Лида. Молодец, второе, третье. Называем фамилию. Мы стеснительные. Я так разве бывает. В той команде первый записанный. Надо первым записываться. Первое место. Вторая. Клиента. Лидия. Так, ну что, конкурс бурения прошел. Сейчас будет закрытие соревнований. Идем на берег. Номинации «Первая пойманная рыба» награждается Туманин Александр, поселок Тарка, команда «Ну, погоди!». Вас вернитесь, пожалуйста.
Итак, в номинации «Самая маленькая рыбка» награждается Бурлак Дмитрий, город Бранск, команда «Секретка». В номинации «Рыба велика» награждается Рицкий Анатолий, поселок Турма, команда «Экстрим». А какой вес, можно узнать? 21 сантиметр длина самой большой рыбки. Аплодисменты! Получается, самая крупная рыба, да? Да, да, да. Догадываться один, это нормальный окунь. Вот он, две штуки поймал. Там не добыть. В номинации «Самый молодой рыбак» награждается Нахомкина Алена, поселок Тарма, команда «Оптимисты». Вы все знаете, что любви все возрасты покорны, также и рыбалки все возрасты покорны. И поэтому сегодня в номинации «Рыбак-ветеран» среди женщин награждается Комарова Валентина, поселок Турма, команда «Фортуна». Ура! Аплодисменты! Среди мужчин награждается Булатов Виктор, поселок Турма, команда «Фортуна». Тулун, команда «Окунёк». Рыбин поймал наш уважаемый рыбак из города Тулун. И также награждаются ветераны-рыбаки Бородачев Геннадий, Тулун, команда «Белая ладья», и Скворцов Сергей, поселок Турма, команда «Фортуна». Здесь они нет. Скворцов Сергей и Бородачев Геннадий. Где Скворцов? Призы от благотворительного фонда «Сибирский характер». И слышим ваших аплодисментов, поддержку. Конкурс «Скоростное бурение». Третье место получает у нас Бурлак Дмитрий, город Братск. Скоростное бурение среди мужчин. И также по скоростному бурению среди мужчин второе место — Голованя Александр, город Братск, команда «Фибра». Номинации «Скорость бурения льда среди мужчин» занял первое место Туманин Александр, поселок Тарма. Команда «Ну погоди!»
Поздравляем! Аплодисменты! Коросое бурение льда заняло 3-е место среди женщин Галаганова Елена, село Покосное, команда «Окунёк». Ух ты! Здорово! Второе место в скоростном бурении заняла Киприенко Лидия, город Вихоревка, команда «Браво!». Девчонки, молодцы! Здорово! В номинации «Скорость бурения льда среди женщин» первое место Нахомкина Наталья, поселок Тарва, команда «Оптимисты». Я перепутал, Динка, сам тебе это. Конкурс «Приготовление ухи». Уха царица сама в рот просится. 3-е место в номинации «Оригинальная уха» занимает команда «Фортуна», поселок Турма. Итак, команда «Карась спортивный», город Вихоревка, 2-е место в номинации «Оригинальная уха». В номинации «Самая оригинальная уха» награждается команда рыбачки поселок Окоп, занявшая 1-е место. Ну не самое лучшее. Просто они туда коньяк добавили. Ты что, одну или пару сюда? Мало. Итак, награждается команда «Сплав», занявшая 3-е место в номинации «Самая наваристая уха». А теперь, дорогие друзья, самое-самое главное. Награждается команда «Город Братск» «Фибра», занявшая 3-е место в общекомандном зачете открытого командного переста по спортивной рыбалке. «Секрет рыбака», занявшая 2-е место в общекомандном зачете открытого командного первенства Братского района по спортивной рыбалке. Вот они модные. Что, мотобур, да? Братский. Да, этот бур на троих, как его делить? Вместе ездить только. Я мне сын подарил, я его там только вдвоем бурил. Да, да. Никак. Сын подарил, я его лежал 3 года, опять забрал. Итак, внимание! Награждается команда «Город Тулун» «Окунёк», занявшая 1-е место в молодцы! Братского района по спортивной рыбалке. We are.
мои, я еще раз поздравляю вас с этим замечательным праздником. И надеемся, что вы на следующий год обязательно снова сюда приедете. Вот и закончились эти соревнования. Не зря провели день, съездили, поучаствовали, да, Санек? Да. Развеялись. Наш судья. Молодец, хорошо отсудил. Ну, всех засудил. Никого не осудил. Честно, да. Ну все, едем домой. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока, увидимся на канале Сибирь 38.